16 августа правоохранительными органами был задержан житель Пермского края 1990 года рождения, который отправлял в соцсетях несовершеннолетней девочки сообщения сексуального характера, о чем сообщили в полицию ее родители. 9 августа 2017 года следственным отделом по городу Губкинске Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по данному факту по признакам преступления, предусмотренной частью 2 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации «Развратные действия». 16 августа 2017 года следственным отделом по городу Губкинске Следственного комитета Российской Федерации совместно с сотрудниками отделения КУМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу подозреваемый установлен. Им оказался житель Пермского края 1990 года рождения. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на 48 часов. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела. Уже установлено, что гражданин ранее совершал подобные действия в других муниципальных образованиях Ямала. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.